Культура народа начинается с культуры языка. Именно языковой политике в Казахстане уделяется все больше внимания, ведь этот инструмент взаимопонимания между народами – неотъемлемая часть нашего суверенитета. В этом уверены и герои нашего сюжета, для которых казахский язык стал по-настоящему родным. Процитировать стихотворение Мукагали Макатаева легко. Джонсон Пак, 11-классница одной из столичных школ, знает наизусть произведения многих казахских авторов. Когда 6 лет назад ее семья переехала в Казахстан из Южной Кореи, Джонсон и слова по-казахски не могла произнести. Сейчас девушка свободно на нем изъясняется, занимает призовые места в олимпиадах по госязыку. Школьница признается, выучить казахский было не так уж и сложно. Поддержали одноклассники и учителя. Казахский язык легче, чем по-настоящему, легче, чем русский язык, но по-грамматически, например, легче, мне кажется. Из-за этого я очень быстро изучала казахский язык за 4 года, смогла уже полностью понимать. Я, например, смотрю телевизор и смотрю новости, и разговариваю с друзьями на казахском, и читая книги Кыржибек, Абайжолы, они очень нравились мне. Қазақша да сөйлейміз, кейбірде анда-санда орысша сөйлеп қоямыз, ондай ешқандай қиындық бізге болмайатыр. Николай Жгун – белорус по национальности. Так же, как и Джонсон Пак, говорить на казахском он начал со школьной скамьи. Сегодня старшина полиции считает это одним из главных достижений своей жизни. Знание государственного языка помогает и в работе, и в общении с друзьями, и родственниками жены. Мне очень легко общаться, я и понимаю хорошо. Даже бывает, которые люди не знают, они, я по-казахски разговариваю на работе, дома, они удивляются, откуда ты это хорошо знаешь, где ты изучал. Я говорю, я иногда тоже книжки читаю в свободное время, мне само это далось. Он мне во всем помогает, и на работе, и с соседями, вот как сказали, в армии тоже мне помогло. В стране, где проживают представители порядка 130 этносов, интерес к государственному языку возрастает год от года. По статистике, более 70% школьников, в том числе дети некоренной национальности, уже обучаются на казахском. Марала Манжолова, Бауыржан Кадыржанов, Ануар Тауикелов, Астана, 24 KZ.